раньше, я пересела назад. Мне нравится ездить сзади. Сейчас вам покажу столик, который мы купили специально для этой поездки. Вот такой приобрели столик. Вот этот коврик мы покупали отдельно, тут уже заляпано. Я протерла, конечно, влажными салфетками, но Виталя здесь ел. И как бы немножко столик такой, надо помыть его как следует. Вот такой антискользящий коврик с подставочкой. Очень, кстати, удобно, потому что сам этот столик, он скользкий достаточно, а на таком вот коврике удобно все фиксируется, никуда ничего не съезжает, и телефон удобно ставить и пользоваться этим столиком. Столик складывается, его можно сложить, но я сейчас не буду, так как у меня тут вещи, предметы лежат. Здесь у нас едет собачонок наш, он у нас вот так пристегнут обязательно, чтобы, ну, мало ли что. Вот мешочек с мусором, я тут тоже мусор поубирала у Виталия, в общем, как-то так. Виталий едет на переднем сиденье, в наушниках, смотрит фильм, он накачал себе фильмов различных, ну и, понятное дело, наш Юра, водитель, едет, неутомимый Юра. Как твоя нога, Юра? Ну, уже не болит. Я смотрю, ты уже даже это нормально на нее наступаешь, да? Сегодня уже полегче. Крышу не открываем, потому что яркое солнце. На улице за бортом сейчас показывает 36 градусов, чтобы нашему пёселю солнце не светило, не разогревало его. Мы крышу не открываем. А мы приехали в Джугбу, решили выйти немножко размяться, и вот оно море. Наконец-то я его увидела, мы до него доехали. Но мы останавливаться будем не в Джугбе, нам еще ехать и ехать. Гена, пойдем сюда, Гешенька, пойдем сюда, пойдем, мой хороший, пойдем. Иди сюда, Геша, иди сюда. Сейчас по серпантину. Я что-то уже забыла, как мы в том году ехали. Меня что-то так впечатляет. Это все очень сильно. Настроение такое шикарное, роскошное. Нам ехать, знаете, сколько? 157 километров. Ну, их придется ехать 3 часа 45 минут. Это серпантин, потому что здесь время растягивается. Километраж вроде небольшой, а по времени ехать получается долго. Серпантинчик, серпантин. В машине у нас такие грязные стекла. Что-то я тут боковые, вот где я сижу, где? Вообще где-то через них ничего не видно. Где-то я не протирал. Но... У меня доброе утро, мои ребятки спят еще, а я сижу, наслаждаюсь. Мы приехали вчера, получается, что приехали мы, сейчас скажу, в 10:30, по-моему. У нас такая замечательная хозяйка, вообще отличная. В общем, она нас встретила, все нам рассказала, подсказала, что нам сейчас можно успеть еще сделать доставку из самоката.
Ребенок у меня сразу же скачал приложение, сделал доставочку, нам быстренько все привезли, мы поели и стали отдыхать. Сейчас мои мальчики еще отдыхают, спят. Я сижу на балкончике, попила уже кофеек. Попозже вам сделаю обзорчик. Сейчас у меня мальчики проснутся, и мы, наверное, пойдем на море. Море у нас будет далековато, минут 20 ходьбы, но вот вы его видите, это море. А здесь у нас видно, вот тут в просвете горы, это уже граница с Абхазией. Да, кстати, я не сказала, мы приехали в Сириус. Приехали мы в Сириус, и вот так мы заселились. Такую красоту я наблюдаю. Я стараюсь всегда выбирать жилье, чтобы, ну, было хоть немножко видно море. Так что вот, мы на месте. Расположились мы на 10 этаже. Так, сейчас вот так немножко сделаю обзорчик, вид сверху. Здесь получается, смотрите, детская площадка, там есть шезлонги, такая вот притененная зона. Кстати, здесь выгула собак нет, вот на этой территории. Здесь есть отдельно где-то территория для того, чтобы выгуливать собачек. Мы сегодня сходим, конечно же, тут все посмотрим. Территория красивая, большая, она закрытая получается. Нам сделали пропуск, мы будем на территорию заезжать по пропуску. Отдельно стоит парковочка. Вчера любезная хозяйка Евгения сказала, что вот это вот здание, получается, как показать, не хочется пальцем тыкать, сейчас немножко попробую приблизить. По-моему, здание — это кофейня, работает она с 10 утра, а можно ходить пить кофе, атмосферненько там посидеть. Ну, в общем-то, пока я всем довольна. Ну, а дальше посмотрим. Сходим на море. Здесь рядом рынок, обязательно пойдем на рынок, купим вкусных фруктов. ЖК это называется фрукты. И, кстати, в этой квартире мы первые жильцы. Только-только вот закончили ремонт, и получается, что мы первые, кто будет проживать в этой квартире. Квартира нам очень понравилась, она небольшая, студия. Но все продумано, все придумано, и именно для того, чтобы с комфортом здесь могли разместиться люди, которые приезжают на отдых. Мы решили пойти на рыночек. На рыночек. Вот здесь расположен ЖК, в котором мы живем. Вот этот наш дом. Вот. Пока с утра решили на море не идти, отдохнули после дороги и просто пошли до рынка прогуляться, купим фрукты. Ну, нужно немножко восстановиться. Виталий остался дома, а мы пошли. Так, мы, похоже, пришли. Недолго, минут 5 мы шли. Не знаю, открыт он или закрыт, еще время-то рано. А, ну уже работают. Здравствуйте. Ага. А сколько чурчхела стоит? 120-70. Угу. Ага, хорошо. Хорошо. Не, пробовать не будем пока. А, подождите, мы только зашли еще, сейчас осмотримся. У нас много чего есть. Приходите, скидочку сделаем. Хорошо. Еще не все открылись. Хорошо, у них тут в тенечке. Ну, какие-то сладости. Спрашивать надо. Спрашиваю. Халвы надо взять. Давай возьмем. Халва уже вкусен. Халва? Сколько?
900 рублей килограмм, да? Пойдем, пойдем еще посмотрим. А сколько вот кусочек один, вот допустим, вот такой стоит? Где-то рублей 280. Ага, 270. Ага. Что, дальше хочешь посмотреть? Ну, пойдем, пойдем. Да, нам будем брать. Черешня дороже, чем у нас, но крупная. Хорошая черешня. Можно виноградники. А что мы так потащимся? А мы не будем много набирать. Много не будем, потом еще сходим, мы же рядом тут живем. Ну вот один арбуз только сколько будет. Ну я не знаю. Черешню я могу нести. Понятно. Давай виноград. Я бы зеленый, да. Сейчас я попробую тоже. Да. Немытый виноград. Черный хочу. Черный? Угу. Можно черного винограда? Кисточку, да? Да. Чтобы мы просто не дотащим, Юра. Почему? Но мы сейчас наберем, если арбуз, виноград, черешню. Ну, кисточку. Кисточку, ну. Это маленькая. Ну, вот эту, ага. Ой, красивая какая кисточка. Ну, да. Блин, кем так? Картошка по 60. Ну, штук 6 картошин, да? Штук 6 возьмем, хватит на окошку. Бери. А арбузы в какую цену? 60 килограмм. Да, ну мы еще придем потом, не, а то нам не, сейчас не унести. Надо на машине ехать. Ну, конечно, тут 5 минут ходьбы, мы поедем на машине. Огурец. Колбаса, ага. Юр, возьми, сейчас я еще два персика возьму. О, как хорошо. Так, вот такой. Ой, такие мягенькие. А персик-то сколько стоит? 250. А, есть, я просто не поняла, на них или не на них. Тут на две этих. Набрали, набрали. Сейчас идем за колбаской. Здравствуйте. Аромат такой, да? Угу. Это пахнет. А что-то нету, ага. А колбасы для окрошки у вас нет? Типа докторской какой-нибудь? Попозже будет. Попозже. Личинка рубленная. Верю, но нам на окрошку надо. Хорошо. Рыночек только-только еще все открываются, но мы уже все купили, что нам надо. В общем, мы будем покупать. Вот придумали, что приготовить, пошли купили. Не заполнять холодильник, не набирать. Нам подарили редиску и нам подарили лимон. Насколько у нас, Юра, сумма вышла общая? Ага. Это вместе с дынькой, да, с маленькой? Угу. Ну, в Екатеринбурге, конечно, у нас немножко подешевле, да, Юра? Ну, что, черешня-то так же 400 рублей. Нет, у нас уже, да я вижу, у нас уже дешевле стала черешня. Мы с тобой просто, когда последний раз брали, она была по такой цене, она уже подешевела. Ну, здесь все равно качество другое, да, и вообще, знаете, приезжаешь тут буквально на 2 недели и отказывать себе в удовольствии из-за того, что оно стоит дороже, чем на Урале, да никогда. Не, ну, если... Виноград вообще обалденный. Виноград вообще вкуснятинка. Будем постоянно сейчас на рыночек бегать. Пятерки такой не возьмешь. Нет, конечно. Нет, ну здесь в местных, Юра, магазинах, может быть, и возьмешь. Тут же у них поставки-то свои. Ну, можно. Вот, поэтому здесь, ну, может, и возьмешь. Сочек будет опилирован.
Какое солнце, как оно припекает хорошо. Сколько сейчас время? 10, наверное, утра. Нам нужен квас, майонез. Ну, либо сметана. Ну, мне вот как-то окрошка больше все-таки с майонезом. Я вообще не едок майонеза, но именно окрошку я люблю с майонезика. Мои любимые пальмы. Как я люблю это растение. Каждым кустом фотографируется. Да я шучу. Ну какая красота, боже мой. Так вот он наш, ЖК-то, вот прямо. Так что идем и идем. Мы немножко другим путем сюда пришли. Сейчас так пойдем. Сосны пахнут. Пальма, пальма. Уральская пальма. Где вот с собакой гулять? Посмотри, тут какая растительность. Вот куда его вести? Тут же вот не поведешь собаку. Пальмы портить. Ну, как-то у меня рука не поднимется, у Геши лапа не поднимется. Поднимется лапа. Не, Юра. Где-то, где попроще растительность, туда надо выходить. Да, нормально здесь тоже. Ну вот, допустим, туя, Юра. Нет, вот туя, допустим, да? Если собаки тую метят, я просто... Нет, Юра, это я смотрела, девчонки дома, ну, у себя на участках туи садят. Если собака начинает тую метить, туя чахнет, понимаешь как? Ну вот смотри, вот здесь вот по-любому собаки ходят, что-то вот прям видно. Ну да, так-то. Ой, не буду вам, друзья, показывать. Ну так-то да, вообще-то. Ну да. Ты что-то... Ну да. Думаю, может, тут все подъедешь, что-то. Ну. Вчерашний. Какая-то камень, какая дыня. А где мы сейчас возьмем? Ну где-то же тут магазинчики. Да тут все рядышком. Сейчас все рядышком тут. Да, пару дней тут погулять, все изучить. Можно сейчас не делать, допустим, да почему? Мы все равно сейчас с утра... Сегодня надо немножко отдохнуть. Я погулять хочу. Ну, погуляем. Можно пока все поприготовим. Сейчас фрукты поедим. Направо-налево пойдем? Мы-то вот здесь живем. Магазин, он вроде вон там был. А давай вот мы сейчас идет... Ну, вот здесь где-то. Женщина идет, мы у нее спросим. Все, нам приятная женщина подсказала. В общем, тут сейчас за поворотом буквально 10 метров и магнит. Нам приятная женщина подсказала, где еще денег. Так мы же сами ее спросили, где денег потратить можно. А вот и магнит. Валберис, сочинский хлебокомбинат. Хлеба местного надо взять, значит. Такой вот квас взяли попробовать. Майонез. В общем, для окрошки всю колбасу. Тан? Ага. Юра на тан подсела. Ему нравится окрошка с таном. Хлебушек черный. Давай возьмем какой-нибудь. Вот такой, как Юра говорит, с клопами. Какая дата у него первая, вчерашняя. Ты взял или нет? Или я вот этот беру? А вот еще тоже есть хлебушек. Бородинский. А ну да, я тут гляну хлебушек. Нет, ты, Виталий, бери, какой надо. Я вот сравню просто. Нет, вот этот оставлю. Понравился больше. Вот видишь, 279 черешня, но она как бы, ну, не такая немножко. Ладно. 60. На рынке 60 рублей арбузы, тут 79. Ну, тут популярна касса самообслуживания. Можно на обычную пойти здесь, потому что очередь. А, ну все, тут тогда стоим.
Вот мы и пришли на море. А здесь, Юр, больше почему-то народа. Бархатные сезоны. Нет, там меньше было. Здесь не будем спускаться? Будем? Класс, вода сама. Да, тепленькая. Ты пойдешь щипать? Так я вот что-то подумала, что, наверное, нет. Но море-то чистенькое. То есть он там уже отходит? Да, да. Но горы-то в Абхазии находятся. Ну вот там вот, где вот на берегу, в Абхазии. Смотрите, какие классные лежаки. Ну вон там, видишь, какое-то ограждение? Наверное, это граница с Абхазией. Пойдем посмотрим. Мы никогда не видели. Ну забор вон, видишь? Да елки. Маленькие эти промежуточки между крутьями в заборе. Не пролезть ни в Абхазии. За моей спиной уже Абхазия. Там проходит граница, но подойти ближе. В общем, я там все поснимала. Но вы этого не увидите, потому что видеосъемка там запрещена. Написана табличка. Я, наверное, с этим согласна, потому что все-таки это такой объект значимый. Это все-таки граница. Поэтому в ролик эти кадры не попадут.